Всем привет, Додо Влог, вы на канале Новое Время и Стекло. И с вами я, продюсер группы Новое Время и Стекло, Владислав Завгородний. Короче, это второй Додо Влог про сильную молнию, часть 2. Короче, я сейчас нахожусь в огороде, вот. И как вы думаете... Что же происходит? Опять сверкает молния. Яркая молния, вы не видите? Ну, вот, возможно, видели. Ну, на камере она, наверное, не кажется такой яркой. Вот. А там просто свет горит. Вот. У соседей, у которых мы сегодня были на шашлыках. Это не важная информация, важная информация, вот что молния сверкает. Я не знаю, почему я это вообще снимаю. Снимаю какую-то фигню в последнее время на канал Дианы и Ромы. Это же как бы их канал, но мне можно на него снимать, потому что я создатель этого канала. Я снимал на этот канал 4 года ролики. Вот, снимал 4 года ролики, потом группа распалась, Новое Время и Стекло, и она вот возобновилась. Вот видели, сейчас была какая молния сильная. Вот. Не буду говорить, где она была, в каком месте, не хочу спалиться. Вот, там другая деревня, не буду говорить, какое название. Там, ну вот, над лесом, скажу так, была. Вот, это вы можете потом спалить адрес моей дачи. Поэтому не хочу говорить. Вот, что касается додо-влога, который я хотел записать тот раз на следующий день, я не стал его записывать. Вот. А, возможно, либо сегодня вечером выйдет додо-влог, либо завтра. Итак, короче, я снимил запись на чуть-чуть, мне нужно было кое-что проверить. Вот, поэтому, что же у нас, что же я говорил, возможно, либо сегодня, либо завтра выйдет еще один влог, надо подумать про что записать на тот же канал, на Новое Время и Стекло. Вот молния сверкает, вот, ну я снимаю. Знаете что? Меня радует одно, что она идет не сюда, потому что у нас время сейчас 2 часа ночи, 2:08, и я гуляю. А спать я не хочу. Вот, я просто хочу на воздухе посидеть. Ну вот молния сверкает, вот сейчас она не такая яркая. Вот почему-то, когда я снимаю, молния не яркая. Как только начинаю снимать, вот когда снимаю, молния не яркая. Когда снимаю, а как не снимаю, молния яркая, вообще, это какой-то закон подлости. Она шла, я так понимаю, с клина и пошла по реке, вот там, не видно, к сожалению, короче, вот там, где сосед, и с другого бока там есть река, и она пошла по реке. Она пойдет либо на Дубну, либо на Конаково. Одно из двух. Потому что в Дубне там водохранилище, поскольку я знаю, какое-то есть. Там туда, там река вроде Дубна. А Яхрома вроде впадает в Дубну, я точно не знаю. Вот. А в Конаково, как вы знаете, ГРЭС. Это, кто не знает, что такое ГРЭС, это гидроэлектростанция. Говорят, что Конаковская ГРЭС самая мощная станция в мире. Вот. Ну, в мире это в России. Но я думаю, есть и помощнее. Вот. Но пока говорят, что именно Конаковская ГРЭС. Этот додо-влог получится короткий.
Так же, как и тот, тот вышел в 6 минут. Кстати, как вам новая обложка Додо влога? Я старался. Вот. Ну, что я могу вам сказать? Еще. Короче, всем спасибо за... Вот что была молния яркая. Что могу вам сказать? Короче, гроза тоже гремит. Вот. Что же я вам сейчас скажу? Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться вот только что была красная, и она стала серой. Вот, также пишите комментарии, какие вы влоги хотите видеть. И важная информация. Возможно, в сентябре на канал Рекомпот я выложу концерт. Свой концерт. Свой концерт. Где будут петь песни, там буду только я, Диана и Рома не будет. Вот. Это будет на канале Рекомпот. Я опубликовал опрос, хотите вы концерт. Большинство из вас проголосовало за «да». Поэтому концерт будет в сентябре. Возможно, будет. Я позже сообщу. Вот. Ну, что ж, всем до свидания, до встречи на канале, и спасибо, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, тут хотя бы наберется просмотров 10. Всем спасибо. Пока.